В Ульяновской области наградили лучших работников музеев. Региональный конкурс профессионального мастерства среди музейных работников проводится с 2008 года. Его задача – выявить наиболее успешные практики музейного дела за предыдущий год. Их авторов ежегодно отмечают как лучших. Номинаций несколько. За верность профессии, весна музеев, нестандартный музейщик. Гран-при получила Дарья Фомина, заведующая отделом развития туризма Краеведческого музея. За то, что мы сделали большую, красивую краеведческую настольную игру под парусом Паллады. Это наш совместный проект с Ульяновским отделением Русского географического общества. В нашем регионе около 400 музеев – федеральные, областные, муниципальные, школьные, частные – и создаются новые. В прошлом году, к примеру, открылся Вишкаймский историко-краеведческий музей. Президент рекомендовал рассмотреть возможность создания музеев или экспозиций, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Считаю, что музеи Ульяновской области должны присоединиться. Безусловно, эти важнейшие, как никогда ранее, задачи невозможно решить без участия военнослужащих именных батальонов «Свияга» и «Симбирск». Награды получили не только победители конкурса профессионального мастерства, но и сотрудники, внесшие серьезный вклад в развитие музейного дела региона.